Капитал – торговый портал Слуцка. Тут можно быстро и просто разместить свои объявления, найти необходимые услуги и товары, узнать актуальные скидки в магазинах города. С нами находят. Доброго времени суток, дорогие друзья, зрители, подписчики, новенькие, кто зашел на YouTube-канал «Желтая пресса деревенский». Сегодня мы находимся в городе Слуцке, улица Минская. По этой улице продается дом. Дом деревянный, сейчас я вам покажу. Это вот улица Минская, параллельно улице 14 партизан. То есть рядом что? Дорога туда на Минск, шоссейка. Вот такой вот домик. Это вот вид с улицы. Гараж. И сам дом. Сейчас пойдем смотреть, обзор дома делать. Попали на участок. Такой вот деревянный дом. Обшит вагонкой. Фундамент, конечно, требует ремонта. Участок здесь, ну, соток под 10 будет. Точно, я потом спрошу у хозяина, сколько соток земли. Ну, где-то до 10. До 10. Насаждения какие-то есть. Деревья. Видно. По речка. Тут. Что на участке? На участке никаких серьезных построек нету. Кирпич, это все как бы такое. Под снос, либо под реставрацию. Туалет чуть не спалили. Туалет, видно, горел на улице. Кто-то бычок закинул. Смотрите, как выгорел. Это уже не первый случай. Я помню, в этом году тоже был там. Человек в туалет пошел, бычок кинул. То есть и туалет внутри, видите, как. Немного опасно курить в туалете. Хоть курите, так хоть тушите или что. Туалет сгорел. И смешно, и грешно. Ну, участочек. Тут я выход сзади, что я покажу сзади. За участком что тут? Ничего, просторы, поле. Да и все. Так, вид в обратную сторону. Так что не забывайте написать комментарий по поводу туалета, у кого еще такие случаи были, или у соседей. Так. Ну, в городе, как бы, не центральная улица, машины здесь особо не проезжают. Кроликов, как видите, держали раньше. Хозяйство было. Турник. Зарядку делать. То есть, кому заинтересует этот дом, за этот дом просят 18 тысяч долларов по курсу Нацбанка. Перевод на белорусские деньги, кому надо, переведем. То есть 18 тысяч долларов. Ну, естественно, с торгом. То есть по-любому они будут торговаться, я думаю. 18, потому что они сразу вообще там просили чуть ли не в том году там 21. Я говорю, да, не, наверное, давайте меньше 20-ки, тогда я буду делать обзор. Ну что, электричество здесь есть, подведено. Электричество. Что еще? Печное отопление здесь. Ну, это получается, это уже стена соседского гаража. Спереди стоит металлопрофиль, забор. Газ к дому не подведен. Печное отопление, баллон газ, печное отопление, электричество. Что еще? Вода в доме только холодная, горячая нету. Ну, подведен водопровод, надо бойлер вешать. Кому будет интересный обзор внутри, пишите, сделаю обзор внутри. Звоните, пишите. Контактные телефоны есть.
рекламная пауза, YouTube-канал «Желтая пресса деревенский», обзор недвижимости, которая продается, видеореклама, двигатель торговли, телефон контактный менеджера верхний 516-55-77, если какие-то возникают вопросы, если у вас есть обзор дома вашего, который вы продаете, можете позвонить, сделаем, либо квартира. Также в городе Слуцке есть Capital Market Buy. Также в электронном виде тот же куфр, только в Слуцке. Реклама, как говорится, двигатель торговли. Ну что еще? Да принтили все, что за стеклопакеты. Внутри, конечно, хочется посмотреть, но хозяин пока занят. То есть, если кто-то, конечно, заинтересуется, приеду, сделаю видеообзор внутри дома. По возможности. Если конкретно. Можно через окно посмотреть. Ну что я вижу? Пол вижу, комната, мебели особо нету. Мебель, диван старый, там комната еще вот одна есть. Цифра номер 7, кому интересно по цифрам. Так что желаю всем зимнего хорошего дня. Мы поедем сейчас в баньку. У нас в Слуцке, в Василинках, в деревне открылась новая агроусадьба. Называется у Петровича. Поедем, посмотрим, как там банька, как там пар, как там дух этот банский. Вот. Отпарим косточки. Такой вот домик, участок. Ну, как бы для дома участок такой вполне нормальный. То есть он небольшой, не маленький. Здесь нахожусь, обстановка тихая, где-то что-то досадить, подремонтировать. Ну, нормально, в принципе. Так что пишите свои комментарии. Все, как говорится, с легким паром мы на баньку поедем. Поедем еще, может, там агроусадьбу вам сделаю видеообзор у Петровича. Это в Василинках недалеко, новая, свежая. Так что, кто любитель бани на русских дровах с паром, всех Петрович приглашает себе в баню. Как-то так. Ну что, спасибо этому дому, поедем к другому дому. $18 000 по курсу Нацбанка. Улица Минская, дом 7. Елочки такие у нас. Класс. Новый год у нас начался. Или предновогодние эти. Красота. Голубая ель. Вот такая улица, здесь частный сектор. По этой улице дом Минск. Это мы едем в сторону, движемся в сторону кольца. С этой стороны, в принципе, все новые дома, участки людям дали под строительство, все строятся. Все, выехали мы с этой улицы. Получается, вот, в принципе, асфальт здесь уже. Налево на Минск, на кольцо, я его отсюда вижу. Направо город Слуцк, 14 партизан улица. И вот магазин «Копеечка» буквально рядом здесь. 500 метров и магазин будет «Копеечка». Поедем, надо веник какой-нибудь купить хоть. Еврошоп тут есть. Новогодний. Почем они такие? Елочки с каждым годом все меньше и меньше становятся. 6 рублей. Вообще богатый выбор витрины, разные. Сорка такая интересная, смотри, какая маленькая, да? 2,30. 4,80. Газ для портативных газовых приборов сезона 6,20. Для шашлыка
17-20 стоит решеточка такая. Поменьше маленькая есть такая, 3,40. Это что-то я тебе сказал. А это уже в копеечке такие наборы. Капуста 90 копеек. Свекла 55. Морковка 65. Яблоко есть 2,35. И вот такое яблоко по рубль 56. Вот такое. Огурец 5,64. Вот такое же, неважнецкий. А, это картофель 90. Это капуста. Капуста 71. Перепутал. Ну все, еще яйцо вам покажу, сколько стоит, и все. Яйца 3,50, цена 3,53. Яйцо такое, есть какие-то вот чистые 3,82, яйца чистые называются. И есть самое дешевое 2,81. Цыпленок бройлерный 5,99, петруха вот такой вот. Масса 1,5 килограмма где-то будет. Это на петруху. Минеральная вода Дарида. Рубль 48. Дарида наша. Масса хватает, полностью витрина вся. Парень совершил покупку, да? Чипсы. Продуктов возле этого дома практически хватает. Все, спасибо. Я заканчиваю на этом видеосъемку. Магазин довольно просторный, большой. То есть всяких сладостей, всего чего угодно хватает. То есть лишь бы были деньги, как говорится. Самое главное в нашей жизни что? Это здоровье и деньги. Всем хорошего настроения. До свидания. Ha ha ha.